6R. Это у вас скидка телевизора такая? Какой ты к черту гик, фрик, старик, да я смотрю, ты шутник. Ты все плюс-плюс делал, вот клик ты хоть в один фандом. В них знаешь российский язык, хотя бы инглиш, can you speak, bitch, please. Ты даже не задрот, ты лишь тупой позер, клоун. Тебя уж слишком выдает твой новенький айфон. Понимаешь, если ты смотрел экранизации Marvel, то это делает тебя манером до хрена парня. А ты подсчитывал ли статы D&D в уме? Переводил когда-нибудь субтитры к старым аниме? Помнишь ли наизусть ты имена всех странных покемон? Смотрел ли все сезоны Доктора в режиме марафона? Ты врата, Звездные войны или Звездный путь? Сечешь ли мною перечисленным хотя б чуть-чуть? Сыграешь на аккордеоне тему из старого Соника? Лишь масонский заговор ты в каждом треугольнике. Знаешь PHP, HTML или хотя бы Java? Ставил ли коленную тренешу в соцсети на АУ? Знаешь, как пропасть из хеда и два под FreeBSD? Узнаешь упрёки для входа в PSP? Забывал хоть раз стереть свою историю из браузера? Зачувствовал когда-нибудь ты личной жизни паузер? Помнил с кем-нибудь часами про Apple и Android? В новостях Half-Life 3 воодушевит или расстроил? Тут гики, это круто, посмотрев теорию. Тогда даже не пытайся влезть на нашу территорию. У нас мало комикс-шопов, мало фестивалей. На районах до сих пор наших пациков валят. Я это... пойду, пожалуй.